Всем привет, меня зовут Виталий, и сегодня мы начнем изучать разработку под Android. Урок первый. Введение. Данный урок содержит общую информацию о курсе. Кому не терпится начать, можно переходить сразу ко второму уроку, где подробно описано, как установить и настроить среду разработки. Эти уроки рассчитаны на начинающих разработчиков, однако необходимы базовые знания Java. Также могут понадобиться знания SQL, XML и прочих смежных технологий. Каждый урок сделан максимально независимым и обособленным, чтобы можно было зайти, посмотреть нужную тему и не просматривать кучу лишнего материала. Примеры подобраны, наиболее четко отображающие тему урока. С каждым новым уроком используются новые понятия и объекты. Также используются объекты из прошлых уроков для закрепления. Мы не обещаем научить вас программированию за 24 часа или за 30 уроков. Мы все понимаем, что это невозможно. Чтобы дать основы разработки под Android достаточно подробно, потребуется около 100 уроков. Потом еще сотня пойдет на различные продвинутые фишки. В общем, тем, кто начинает изучать Android с нами, скорее всего не придется много бегать по другим сайтам, кроме разве что официального хелпа. Здесь вы найдете много полезной, последовательной и изложенной простым языком информации. Материалы видеоуроков взяты с сайта startandroid.ru. На момент выхода этого урока на сайте доступны 126 уроков в текстовом виде. А теперь перейдем к уроку 2, где мы установим и настроим среду разработки.